Единый день безопасности проходил по всей Московской области. В Яблоньке акцию решили провести в новом формате. Ребята через игру показывали свои знания правил безопасности на дороге, при пожаре и поведении на детских площадках. Сегодня испытали как раз вот новую форму, да, когда нас дети сами обучают. Очень понравилось, очень активные ребята себя показали. Вот, знают правила дорожного движения, мы за них уверены. Вот, что они теперь действительно нарушать не будут. И, может быть, как вырастет, как наша смена, либо для управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения, либо для МЧС. Представители каждой структуры внимательно следили за действиями ребят. Так, сотрудники ГИБДД могли увидеть, знают ли дошколята дорожные знаки, правила поведения на проезжей части, а также применяли свои знания в деле. Дети принимали активное участие, где они, в принципе, сами показывали, как нужно себя вести на дороге, как нужно управлять транспортным средством, нужно переходить проезжую часть, собирали светофоры. То есть сегодня ребята были в качестве учителей. Больше всего детям запомнилось появление пожарного в полном боевом комплекте. Ребята смогли примерить на себя некоторые защитные элементы костюма. Сейчас просто к лицу и дыши. Глубокий вдох на себя. На себя. Глубокий вдох делай. Дыши. Были показаны пожарные, пожарный автомобиль продемонстрирован и боевая одежда пожарных, которая популяризирует профессию пожарного. Для дальнейшего развития и, может быть, стремление у детей стать пожарными, спасать и участвовать в ликвидации тушения пожаров. Сотрудники Госадмтехнадзора рассказали детям о поведении на детских площадках, а также объяснили, что делать, если их любимый снаряд вдруг оказался сломан. Наша задача была рассказать о безопасности на детских игровых площадках. В случае, если оборудование игровое или спортивное неисправно, чтобы детишки обязательно сообщали взрослым. Значит, в игре, как говорится, все рассказали. Дошкольники получили специальные памятки, в которых расписаны правила поведения в различных ситуациях. А после ребята преподнесли в подарок гостям энергичный танец. Арсений Рогозянский, Александр Будников, Сергей Ларин, Видное ТВ.